Хе-хей, ребята, всем привет! Вы на просторах канала S Game Street, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить Alliance vs Predator, Чужие против Хищника. В прошлой части мы прошли уровень, то есть эпизод завод, где мы должны были найти еще пару воинов и взять у них трофеи или включить режим самоуничтожения, что-то вроде этого. Ну что ж, продолжаем. Как-то вот так. Мы новый мир построим. На использование плазмомета и мин расходится энергия. Ну и понятно, что получить энергию надо. Ты отмечен печатью благословия. Ты взираешь на давно забытые. Ясненько. Вот и наш храм. Храм хищников. Все разваливается. Новое задание. Получить доступ в храм хищников. Контрольная точка. Ага. Я же говорил, это что-то вроде замока. Замка. То есть, смотрите. Вот первый замок разблокировали. Здесь, походу, свет появился. Или мне так кажется, сейчас посмотрим. Ага, вот следующая цель. Тихо. Прыгаем сюда. Ага, вот и второй замок. В компании за человека я уже говорил то, что... ух ты, нет. Тупость, блин, полная тупость. Вы что, серьезно? В компании за человека я уже говорил, то, что это какой-то некий замок. Я оказался прав. Так, по-быстрому открываем все. Без тупости. Погнали. Вот, я же говорю, второй свет включился. Так, кстати, как там? Вот. Ну, здорово. Где ты? Как же вы меня нервируете все-таки. Так. Третий замок где-то здесь должен быть. Тоже есть. Угу. Так, прыгаем. Так, здесь медкапсул еще есть, но... надо прыгнуть сюда сначала, а затем вот сюда, чтобы здесь медкапсулу. Все, прыгаем обратно. Погнали. Погнали. А я всех вас уничтожу. Ты в курсе? Так. Погнали. За мной никто не идет? Нет, всех перебил. Так. Новое задание — добраться, добыть древнюю маску прародителя. Угу. Так. Не понял, что это такое. А, надо прыгнуть, да? Сюда. Да ёперный! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! А, здесь вода, я подумал, здесь пропасть. Надо, короче, вот сюда прыгнуть как-то. Ёперный насос. Просто это надо сделать очень быстро. Так, я понял. А, смотрите. Хорошо продумали, мне нравится. Просто... надо все это вовремя сделать. Все.
Здесь тоже замок. Некий, да? Все, погнали. Вот и маска. Сначала хотел здесь аптечки, но не получилось. Пошла катсцена. Красавчик. О как. Контрольная точка. Задание выполнено. Добыть древнюю маску прародителя. Так, какой-то процесс пошел, да? Аптечка. Новое задание — узнать, где находятся пропавшие сокровища. Окей, нам походу сюда. Но мне интересно, что он сейчас сделает. Он берет ксеноморфа, поднимается по ступенькам. И... ну, походу, его тупо бросит сюда. Да, ничего интересного, короче. Ясно все. Прыгаем. Включаем невидимый режим. Ну, фигушки, у нас-то энергии нету. Надо найти энергоячейку для этого. Да сволочь такая. Ну, не вот ты. Ух ты, борзяк. Немало хп мне унес. Да. Какие-то стали они сильные. Буду их просто игнорировать. Здесь энергии чека есть. Отлично. Добыли энергию. Так, сейчас на дистанцию и... есть. Все. Бойтесь меня, чужие. Я ваш, как говорится, кошмар. Так, талисман. Ну и куда мне сейчас? Новое задание — проникнуть в лаборатории и вернуться... что-то там, ну короче... Ой-ой-ой, только не это, блин! Вот такой, блин, продвинутый пришелец, и умирать прям, блин, с этого места начинается. Короче, я поставлю на паузу. Так, продолжаем. Если эти, блин, барышни меня сейчас не убьют опять. Если я не провалюсь опять в пропасть. Да слушайте, уже надо ели его, блин. Да огрызайся, сволочь такая. Злите. Вы меня злите. Так, куда же мне прыгать-то? Сюда, да-да-да, сюда сейчас прыгнем. Сейчас контрольная точка. Ребята. Это пещера. Контрольная точка. Отлично. Здесь больше этих блинов. Да ёперный. Где-то еще второй чужой. Если я это знаю стопудово. Прыгаем. Все, маскировка. Следите, как бы не появились ксеноморфы. Здорово. Теперь я понимаю, каково было Кастору. Да, только у тебя есть.
А он не умирает. То есть она не умирает. Отлично. Короче, противостоим. Надо было игру... Как я умер? Я даже не заметил, что у меня было мало жизни. Да, слушай, ну... Короче, я ошибся. Беру свои слова назад. Не хочу ругаться, но нифига подобного. Сложно. Блин, ну куда я провалился? Компания за хищника тоже где-то сложная. Зато взял талисман. Но все-таки... Следите, как бы не появились ксеноморфы. Здорово. Теперь я понимаю, каково было... Я их просто обойду. Только у тебя, в отличие от него, есть пушка. Да куда я... Хотя бы без шума убили. Хищник, он слишком скользкий, такое ощущение. Вижу противника. Прыгаем. Здесь аккуратнее надо быть. Открываем замок. Так, тихо. Контрольная точка. Ага, здесь где-то десантный катер упал. Это место помню. Сейчас пройдем тоже в стелсе это место. Не знаю, куда прыгать. Нам не прорваться через заглушающий ксеноморф. Только бы продержаться до света. Интересно, вот здесь можно встретить курсанта? За того парня, которого мы играли. Очень просто интересно. Как бы туда прыгнуть-то. Отлично. Супер. Остальные уже ищут капрала. Надо прочесать все. Может, удастся обнаружить их. Контрольная точка. Итак, новое задание. Найти, активировать 3 включателя, перемеченные символами. Вот так. Я понял. Блин! Вернулся. Разозлил меня. Упал. Вот идиот. Ладно. Тем временем мы идем. Выполняем свое дело. Бил. Здесь кодовый замок. Так, сейчас интересно, еще где можно найти. Сейчас. Ага. Во-во, видно. Заманим. Чужие, походу, прошли. Ну. Не будем ждать. Так, где еще были? Ага, вот. Несколько. Еще один есть. А, вот. Задание выполнено. Берем аптечку и... Сюда, да, нам? Нет.
или откуда? А, отсюда мы пришли, значит, вот туда нам. Где был кодовый замок? Давайте возьмем энергию. Энергия нам помешает. Как взять энергию вообще? Не понял. А, вот. Маскировка и погнали. Движение очень далеко. Десант не расслабляется. Напоследок, как говорится. Контрольная точка. Это древняя боевая. Не успел прочитать. Нам сюда. Ага, отсюда прыгнуть невозможно. Из-за этого мы должны были... Ясненько. Спускаемся сюда. Какой громадный. Это протарианец, да? Отморозки нарисовались. Так, попал. Так, все, энергия закончилась. Энергию. Думаю, успею. Давай, давай, быстро. Заряжайся. Ну, придурок. Вот он. Ну, смотрите, хитрый, блин. Сейчас я тебя убью, а? Последний бы еще удар, но не хватило энергии. Тоже надоел мне уже. Сюда. Ну, с ним, походу, так поебать невозможно. Все, убил. Хух. Угу. Это, то есть, было испытание, да, какое-то для меня от старших? То есть младший становится старшим, да, уже? А что, мне нравится? Ребята, как-то вот так. Прошли эпизод руины. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, ребята. Вы были на канале Asgame Street, с вами был Рауль, ждите продолжения. Всем удачи, всем пока-пока.